232-м стриме. И мы продолжаем проходить Wings of Fi. Я надеюсь, мы завершаем проходить Wings of Fi. Ну, конечно, не на этом стриме, потому что очевидно, что босс как бы еще даст о себе знать, да, но все-таки подходит к концу прохождения Wings of Fi. Привет, Индивис, Дефендер, Гоги, Пророк, Кадеум, Старос и Покер. Ну, потихоньку, да, это происходит, окончание прохождения Wings of Fi, и почему-то чат не захватился. Ну, значит, перезахват. А, или там просто была маленькая опция. Ты у меня розовый? Нет, ты у меня не розовый. Но тут не отображаются цвета в этом чате. А на сайте тоже нет. На сайте тоже нет. Сейчас. Слетел цвет чуть-чуть. Да? Странно, сейчас. Так лучше? Да, ну, должно быть, не знаю. Вроде все как обычно в целом. Почему без чата? Вот, все, чат. А, итак. Да, 7108 уже смертей. Получается, я на боссе нафармил меньше 100 смертей. По звуку нормально стало? Ну, короче... Просыпаюсь сегодня утром. Такой... Ага, думаю, ну хорошо. Сегодня пятница, и сегодня у меня внезапно выходной. Ну, так получилось. Вот. И что же оказывается? Оказывается, что сегодня четверг. Это вообще абсолютно было неожиданно. Ну вот, я такой, ну блин, четверг, ну лол, значит надо Wii это проходить. Но я, короче, что-то спал очень долго, поэтому я вообще капец какой сейчас неадекватный. Ну вы знаете, пересып хуже недосыпа. Но тем не менее, потреним босса. Лол, ходи. Вот так вот сходу, да, я ему 20 снес. А, я еще не умер. Неплохо, я ему 29 снес. Хорошее начало, мне нравится. А, да ладно, еще тише сделать игру? Вообще как бы не вопрос, но вы же знаете. Просто я удивлен, вроде бы как обычно все в целом. Сейчас, дурацкие колонки поправлю. Ну, Индивис, не начинай. Сейчас лучше стало по звуку? Желтая полоска, она когда заполнится полностью, то босс начнет себе восстанавливать здоровье на неконтролируемой фазе.
Блин, и нафиг я к нему подошел. Ну вот, блин, ну чё началось-то, ну... Нормально же было. Индивис, ну нафиг вот ты что-то говорил. Да, ну, как, они как-то неправильно летят. Привет, сложный. Да лол, нахрена я прыгнул. Не попал. Ну хоть так, хоть так. Хотя, конечно, это фигня. Да что такое? Ну, он сейчас восстанавливать себя начнется уже очень скоро. Не начнет. Вот это я никогда не могу предвидеть нижнюю именно. Ну лучше, чем ничего. И ни в него не запустил, и себя минус 20. Отлично. Ну вот. Ну хотя бы попал. Ну блин, столько себе нанес. Пипец. Да желтая хрень, уйди. Ну все. Приплыли. Фаерболы покруче стали? Нет, точно такие же. Они вообще не меняются. Вот эти вот? Вот эти. Они. Нет, они вообще не меняются никак. Взял, задел зачем-то. Прям в глаз. Что это, ну... Как сложно это контролировать. Вот череп, вот это самое худшее, что здесь есть. Привет, Белис. Да, я еще на том стриме прошел. Азурил.
Вот, хотя бы увернулся более-менее. Да ладно, мимо, ну как? Два раза об один шип ударился. А еще об этот, отлично. Еще и не запустил. А еще и вот это. На стике? Зачем? Ну вот, на стике могу играть. Как он мне поможет? Ну хорошо, давай на стике. Ради интереса. Вообще не вижу никакой разницы. Hello. На каком еще аркадном стике? Привет, удавчик. Ну, блес, ну потому что это Wings of E, потому что это игра от Soul Green, не знаю. Ну, как бы... Она создавалась как, ну, пипец бот изначально. Но, как бы... Возможно, не такая приятная, как Bosch. Ну как бы просто разница огромная. Разница в том, что там ты как бы умираешь с одного удара, и соответственно ты каждую атаку... То есть ты босса по-любому учишь, как пройти босса без урона. Ну потому что иначе, ну, невозможно, да? А тут у тебя куча всякого не очень летит, которое ты там половину можешь и задевать, как бы. Ну и при этом все равно ты можешь босса пройти, как бы, да? Но... Ну, просто с уроном. Ну, ну что, ну у меня и закончились эти шарики дурацкие. Да это чушь на таком играть, мне кажется. Это же вообще неудобно. Ну как можно играть, когда у тебя пальцы лежат сверху на кнопках? Ну, то есть я понимаю, что на клавиатуре так и есть. Ну, так я... Ну, так на клавиатуре менее удобно, по идее, играть в это. Ну, не знаю. Мне на геймпаде очень удобно в эту игру играть. Не попал, ну хотя бы по себе не попал, и то прогресс. А, я наконец-то увидел анимацию, которая предшествует нижней атаке. Ну, правда, не среагировал пока еще, но я хотя бы ее увидел. Вот, впервые среагировал, ну правда, блин, урон все равно получил. Ну
Но тем не менее, Defender, тем не менее, я ее все равно пройду и еще и упарюсь на ачивке, думаю. Ну, как ты знаешь, просто чисто... самая сложная ачивка — это пройти игру, да, на Mortal моде, допустим. Ну, то есть, как бы, там нету отдельных ачивок для демон мода и так далее, да. Ну вот, поэтому, то есть, самое сложное — это просто пройти игру. Вот, а как бы остальные ачивки, ну, по крайней мере, мне так кажется, ну, я могу открыть на ангел моде. И, ну, как бы, раз уж я выстрадал эту игру, так, ну, надо уж тогда добить ее по всем ачивкам. Раз уж они менее тяжелые. Заодно, как бы, понаслаждаюсь игрой в плане того, что она не будет меня унижать на ангел моде. Привет, ЛРЛей. Ну, у каждого свое мнение. Ну, графика, конечно, лучше. Ну, по крайней мере, тут графика своя. А в Боше, ну, понятно. Вот. Ну, и музыка тоже своя. Конечно, музыка не топич, но надо понимать, что это индивидуальный разработчик. Откуда он возьмет шикарную музыку? То есть, хорошо, что хоть вообще своя какая-то есть. Кто-то же ему написал ее, я думаю, не сам. Ну, то есть, ну, такое, знаешь. Музыка — это очень большая проблема для инди-разработчиков всегда. Где взять музыку, которую можно в коммерческих целях использовать. Так что я лично, как бы, не берусь упрекать его за то, что тут музыка там не очень в этой игре. Ну, как бы, лол. С этим тяжело. В целом музыка так атмосферная, ну атмосферная, ну да, не высший сорт, но как, не знаю, особо не придираюсь, короче. Вот это срань мне, наверное, больше всего не нравится, вот эти летающие штуки, как бы, они кажутся, что вроде простые, но из-за того, что постоянно череп отвлекает, блин, это бесит. Ну, так-то понятно, что череп — это топ-1, топ-1 атака. Не знаю, не играл в Binding of Isaac. Отлично. Есть. Уйди. Ну блин, как же череп раздражает, пипец. Ну, короче, я все еще играю на стике, как видите, никакой разницы абсолютно нет.
Вот, впервые я ушел от этой атаки, но зато желтый задел. Еще неизвестно, что лучше. Ну, вообще давно Владислава пошла, привет. Ну как давно? 20 минут. Прогресс был. 29% я снял. Уже же я показывал, что будет. Будет фаза, когда неконтролируемая фаза, на которой он восполняет себе здоровье. Которую просто я должен пережить, а он в это время восстанавливает себе здоровье. То есть это худшее, что может быть. Я никак это не могу остановить, ну вроде бы, но по крайней мере я не понял как. То есть мне просто надо не дать заполнить эту дурацкую полоску. Любой ценой, в принципе. Не знаю, полностью ли он восстанавливает себе здоровье или какой-то процент. Ну, типа, если я накоплю там к середине, он себе же не полностью, наверное, восстановит все-таки. Но я надеюсь. Ну, пока не... Ну, пока что всегда полностью, но я мало тратил, поэтому неизвестно. Да лол, ну лол, ну куда, ну... Да уйди, череп, ну он... Ну видите, он не уходит. У меня закончились пульки. Короче, не буду в него стрелять, в самого этого босса, только камнями этими. Потому что когда у меня заканчиваются эти шарики, я не могу от черепа отбиться. Поэтому тратить лучше не стоит их на что-то другое. Я не знаю, от этой атаки уйти и не задеть желтые очень сложно. Да ладно, не попал, ну. Вот, ну, как бы, ну вот, да. Это очень сложно. Желтое там задеть элементарно. А если чуть ниже, заденешь черное, то есть как бы, но я лучше, наверное, думаю, потратить здоровье, чем желтое накопить. Хотя хз на самом деле. Но пока что я думаю лучше, наверное, здоровье. Да, в принципе, желтого-то мало накопится. Тайминги. Ой, Боша умер. Да, это финальный босс. Это Джох Оул, которого мы в самом начале освободили случайно из тюрьмы.
Ну, в смысле, ну, как бы, капитан очевидно, что ли, что я далек от него, да, от его прохождения, ну, да. Неплохо сыграно. Ничего не вижу смешного. Может наоборот забить на череп? Ну, ради эксперимента, то есть уворачиваться от всех атак, но забить на желтую вообще. Пусть себе восстанавливает там. Типа, ну, а вдруг все равно будет. Не, хотя нет, не будет выгодно все равно. Просто я из-за черепа много, ну, неконтролируемого получаю урона, как бы, да. Но я думаю, все-таки плохая идея, наверное, забить на это вообще. Но я не знаю, если постоянно в него попадать, допустим, в голову этим шипом. Вот кто не видел, вот она эта фаза. А, не полностью он себе восстановил. А сколько он себе восстановил? А, ровно 10%, что ли? Нет, на череп не действует. Не знаю, я в доту не играл, как по Владиславу. Так что не в курсе, что там за фразочки. Не, все-таки череп надо ехать. Нет. В смысле? Да? А я думал просто... Ну, просто регенится, потому что регенится. Ну, если так, то... Блин, да нет, хз. Я даже сейчас вот на череп не обращаю внимания, все равно я не могу это контролировать, дурацкую срань. Ближнюю атаку нельзя включать по желанию. В этой игре дальняя ближняя атака включается, когда она хочет, когда считает нужным.
так что я не могу включать ее, когда хочу. Да ну попади ты, ну, за, ну опять из-за черепа, ну относительно, как бы я на него отвлекаюсь все-таки сильно. Так, я ж хотел не тратить эту шнягу. Ну вообще для демона он, конечно, туповат. Ну нафига он эти корья вытаскивает, если он знает, что я их отбиваю неплохо, допустим. Ну это так, это ну не вопрос, естественно, просто. Нет, он не появился во мне, просто я его не отбрасывал. Да ну хорош, ну. Лол. Привет, типок. Чё ты на английском пишешь? Ну, белес, ну такое, да. Ну, не знаю, ну, может, не может схватить, вижу, уворачивается там, ну, фиг знает. Ну, сразу две, пока что-то сложновато, не знаю. О, ну, все равно желтый задел. Ну вот, типа вот так надо две, ну только я сейчас не успел за второй сходить. Нет, это Mortal Mod, это Mortal Mod, привет. И бред картофель. А ты чё, мухи откусываешь что-то? Ну просто ты аналогию как бы привел и ну. Ну хотя бы попал. Это было ужасно. Это... По-моему, он восстанавливает себе не так уж и много, да? Он, по-моему, 5% себе восстанавливает. То есть, в принципе, если на этой атаке уворачиваться неплохо, то она не так уж и парит. Ну, в принципе, то есть... Ну, не знаю.
Белки. Ну. Ну да, в Азии в основном. Не то чтобы деликатес, конечно, я думаю, преувеличение по поводу деликатеса. Но, типа, едят, да. Привет, Гэн Стори. Ну, для тебя, может, да, для меня нет. Для меня сложно пока. Да лол, ну не попал, ну. Как это вообще уворачиваться можно нормально, я не понимаю. Ну то есть вот там летели эти три штуки, сверху череп и еще колья появились. Ну офигеть. Ну просто офигеть. Ну, допустим, на желтое еще можно забить как-то там. Но, блин. Но остальное все равно. В боссах вафелька? Ну, не знаю. Хм, белес, ну, такое. Не знаю. Не понять мне пока что. Ну раз едят, значит, наверное, вкусно. Как бы это мы говорим там, типа, да, фу, насекомых есть. Ну а на самом деле, а почему фу? А вы пробовали? Может, они вкусные? Я, например, не пробовал, поэтому... Как бы... Ох, ты ж впервые вообще без всего это прошел. Ну, то есть и не желтую, и урона не получил. Типа, прогресс. О, и это прошел без урона. Хотя вроде такое было. Не помню, или не было. И засадил. Ну, не все ж без урона проходить. О. Да он задолбал своей фигней кидаться.
Боша умер. Я думал, это багуля, типа такая. А это, видимо, так и должно быть. Рекорд. Рекорд 32 где-то я, да, потратил. Ну, ну такой-то рекорд, конечно. Да, я знаю, что говорили еще давно, лет 10 назад, что в йогурты часто жуков добавляют, да. Но ты же вкус там все равно не понимаешь, как бы. Да, вот. Ну и чё, йогурты вроде пользуются популярностью. Вкусно. Да вряд ли, пророк, вряд ли. Тут вроде бы компаньона ничего не дают. Нет, две очень сложно, две вообще жесть. Лучше все, не буду больше пытаться две выстрелить. Я из этого урон получаю просто. Все, одна и вполне достаточно. Да лол. Привет, Алексей Альферов, спасибо за поддержку. Внезапно. Кстати, у меня же Twitch Alerts на этой сцене нету. Так что если кто-то там что-то подписался или типа того там захостил, то я этого не увижу, к сожалению. Ну, вы можете это текстом написать. Типа, я подписался. Или я захостил. Ну, вот, надо, я забыл что-то про это, если честно. Ну вот, ну спасибо. Вот это, кстати, сейчас рекорд, сколько я ему снес урона без получения себе урона. Ну, блин, ну я... лол. Я даже на череп забил, я чисто хотел это вот подкинуть, но не пошло.
Что вообще происходит на экране, я хз. Подписался? Не, ну ты вроде давно подписан. Хостил. Спасибо за хост. Если правда. Потому что предыдущее было явно ложное. Ну, отписался, подписался, это не то. У меня есть идея, я сейчас чатик Твича рядом еще поставлю. Тут же написано, типа там захостил, типа того. Ну, я имею в виду такой оригинальный чатик. Привет, фаспапе. А, перепутал он анимацию. Привет, Агенлаш. А, какое тут все не очень, какое тут все не очень. Как у тебя дела с Wanna Be Destination Weekend? Прошел там какого-то босса дурацкого. Стрим без буферизации не смотрится. Да, я уже видел, что захостил, но я же сказал спасибо, все. Ну, не знаю, есть этот Good Game. Есть Good Game, там без буферизации, наверное, будет. Кстати, я вот, ну не кстати, а просто, просто вспомнил. Вчера смотрел спидран очередной по Боше, ну стрим был там этот и Illusion, да, пытался там вот пройти. И что-то мне так стало интересно, открыл я speedrun.com и официально эти список, ну кто там спидранил, за какое время там, да и так далее. Так вот, какое было мое удивление, что там, во-первых, всего 30 результатов. Из них 28 только с видео. Причем от повторных людей нету. То есть, если ты свой результат улучшил, да, то предыдущий удаляется. То есть, как бы, то есть всего 30 людей, из них 28 с видео. Очень странно. И причем у того, кто на последнем месте, время 1:16. Для меня это было очень странным. То есть, грубо говоря, я сейчас пройду за, там, не знаю, полтора часа, там, за два часа, да. Я могу 31-м вписаться? Вот это мне было очень непонятно. Может, кто-то прояснит мне с этим ситуацию? Причем и видео будет даже. Или там ограничение на 30. Ну просто какое-то странное тогда, почему так мало.
Вопрос не об этом, пророк был. К тому же, блин, это знаешь, пророк, все равно, что... А тебе бы... Не, это, типа, ты бы не хотел бы быть там, не знаю, последним в списке Forbes там, да? Как бы, ну да, последний в списке, да, типа, ну ладно, тогда не надо. То есть, если ты не можешь быть предпоследним, да? То есть, либо последним, либо никаким. То есть, ты бы не стал бы последним, да? Лучше. Ну, как бы, это же глупость. И как бы, я говорю, вопрос был не об этом. Ну, короче, я хочу, наверное, потом попробовать в этот список попасть, но только для этого надо официальный спидран провести. Чуть-чуть подтренить. Ну, просто, ну, как бы, ну, чё, я зря, что ли, столько больше играл, пипец? Да? Ну, надо хоть какой-то официальный результат сделать, иначе, как бы, какой смысл, что я, блин, столько больше играл? То есть я как бы не говорю, что там какой-то рекорд или что-то, естественно, речь об этом не идет, да? Ну надо как-то, блин, лол. Хотя бы, чтобы смысл появился от того, что я столько играл. А что, деньги главное, что ли, в фастпапе? Я же объяснил зачем. Чтоб было не зря столько сыграно. Ну, в смысле, там конкретная дисциплина, там условия очень четко прописаны. Значит, totally average, без wrong warp и только dark bosh. Это четкое условие. Обязательно. Именно вот, чтобы в эту табличку попасть. Наверняка есть какие-нибудь... таблички типа там без багов, там еще что-то, да, там на рейпе 100% обязательно есть там, да, и так далее. Но вот эта табличка, она именно вот то, что я назвал. Ну, в wrong warp это, короче, такой очень жесткий баг, завязанный на фреймах там, при котором ты можешь, короче, ну так, если не вдаваться в подробности, короче, ты можешь после первого мира идти к Солгрину.
Все-таки попытался два раза выстрелить. Блин, тебя тянет попробовать. Там не совсем. Или да. Ну, короче, я не знаю. Я не умею его делать, как бы. Ну, в общем. Какая-то там шняга. Я видел, как он делается, но как бы я до конца не разобрался, как он работает. То есть именно технически. Но что-то примерно того, что ты написал, да. Там типа можно в босс раш попасть. А в босс раше ты просто открываешь босса, его портал телепортационный, и потом просто в конце первого мира заходишь в портал и идешь как бы к Солгрину, который уже открыт. Что-то не прет босс. Мне кажется, я когда разговариваю, я вообще не думаю о том, ну, чтобы микрить. Вот, соответственно, там вот пророк тоже хочет, типа, спидранить там, да, официально. Но, как бы, мы с ним уже это обсудили, то есть мы не соревнуемся друг с другом. Как бы, то есть на самом деле, да, это просто, как бы, абсолютно независимо. То есть, как бы, если там он будет, скажем, лучше меня спидранить, то есть, как бы, мне это никак не будет, там, ну, то есть я не буду стараться побить это время или типа того, да. Он почти полностью себе восстановил. Ну, не знаю, как бы он сказал так, и как бы на любом случае мне все равно, как он считает, но я точно не собираюсь здесь как-то соревноваться. У меня вот просто будет результат, который меня удовлетворит, и все, как бы на этом. Просто, то есть, как бы, я не буду тратить там месяцы там на тренировки, чтобы лишь обогнать там его, ну, нет. Ну, то есть, как бы, я, ну, это не значит, что я не, ну, точно не буду пытаться. Ну, захочется, ну, может, побью там, ну, как бы, ну, то есть, не об этом речь, как бы. Я же сказал, что чего я добиваюсь. Я добиваюсь какой-то итога всех этих кучи часов игры в Боши, просто какого-то итога логичного. Нет, нельзя. Конечно, прохождение рейпа тоже кое-какой итог, да, но, во-первых, еще не факт, что я пройду рейп. А во-вторых, все-таки рейп это рейп, а тут average.
Можешь попробовать другое оружие все-таки. Нет, не прошел. Хотя нет, этим оружием я фиг отобью, по-моему. Хотя отбиваю я, по-моему, всегда шариками. Что-то мне не нравится это. Да блин, какое-то тупое оружие. Не, вообще не в тему. Может, стандартно? Немножко перепутал анимацию. Когда шип не в голове, то он вообще, да, практически ничего не отнимает. То есть от него толку очень мало. Мне стандартное нравится. Вот эти штуки хорошо отбиваются. Отлично. По-моему, сейчас эта вот фаза восстановления меня вообще как-то не волнует. Да лол, сколько он там себе восстановил-то, зато я, ну, на это не буду отвлекаться, если забью. Как бы на ней выживать вроде бы не так уж сложно. Хотя, что-то если совсем не отбивать, она слишком часто, да? Слишком часто. Застрял я там.
Можно. Но сделать это проблематично. Может быть, если бы я увидел, как это делать, может быть, я бы и смог, но пока что-то не получается. Не, ну в принципе мне, по-моему, пока больше нравится именно забить на желтое. По-моему, как-то даже лучше стало получаться из-за этого. То есть, ну череп, ну и пофигу вообще на него. То есть все равно в итоге урона все равно больше вливается. Потому что я хотя бы дольше живу. А на этой фазе вроде бы я урон не получаю. Ну, в большинстве случаев. Да лол, это глупый был урон, очень глупый. Ой, что-то он как много себе восстанавливает. Не-не-не, лол. А чё, он до этого вроде не так много восстанавливал. Он себе 15% восстановил. Нет, это уже тогда, это уже косяк тогда. Но все равно пока продолжу. Так же самое, по той же строте. Но у него я снимал бы сейчас больше 30% перед тем, как он восстановил. Принципе, если всегда попадать в голову на каждом этом, то, по-моему, нормально. Ну, лол. А я получился с урон или нет? Непонятно. По-моему, нет. Ой, ну вот сейчас получил. Не в голову.
А, их отбивать можно. Лол, привет, Дима Прайд. Спасибо за подсказку. Сейчас попробуем. Блин, а я что-то не догадался даже. К тому же, если я их отобью, то еще и в меня они не будут лететь, значит. В итоге сейчас окажется, что изи босс, короче. Нет, стоп. А где? Как их отбивать-то? Да не отбиваются они, лол. Ну, блин. Я поверил. В смысле до того, как начать? Ну, в смысле? Ну как, знаете, до того, как надо, как он начал засасывать? Они изначально им засасываются, потому что иначе бы они летели в эту сторону. Я не понимаю. Они не отбиваются даже вообще совершенно никак. Ну вот где? Где? Ничего не отбивается. Я не очень понимаю вас. Какие три желтые, которые втыкаются в это в пол? Там целая куча летит. А, вы камнями называете не камни, а какие-то монстров, что ли? Вот жесть-то. Ну, капец, я не понял вообще. Вот это вы камнями называете? Ну какое-то стрёмное определение, конечно. Привет, Борсёнка. И бобёр. Привет. Ну блин, главное, все как сговорились, все называют камнями. Нет, чтобы хотя бы пояснить, что камни это вот такие штуки круглые. Ну блин. Причем вы же видели, что я говорю явно не про них, когда пытаюсь отбить. Я бил вот эти вот
сталактиты. Вы даже не сказали, что нет, ты пьешь не по тем там. Ну, как-то лол. Ну, в смысле, в Ви недавно играл. Ну, то есть, как бы, Ви я играю с 26 ноября 2014 года. Ну, с перерывами большими. Привет, Субасар. Да, прошел предыдущего босса. Типа он сейчас себе вообще ничего не восстановил, да? Тогда, я думаю, можно на череп забить, потому что он очень отвлекает. Блин. Наверное, надо все-таки тогда вот это оружие взять. Мне кажется, им проще всего мочить этих желтых. Ой. Да как? Я же убил. А откуда она взялась? Я же убил. Ты все три штуки убил. Вот, отбился три штуки. Или надо именно влево отбить обязательно. Ну, то есть, в смысле, в сторону босса. Это обязательное условие? Или просто их надо как бы отбить? Ну, сейчас я отбил все, но одну в неправильную сторону. А, нет, нету. Значит, все-таки не имеет значения в какую сторону. А та тогда откуда взялась, непонятно. Может, я все-таки пропустил? Мне показалось, что я отбил. Да, рад, спасибо за хост. Я все вижу. У меня Twitch алерта нет на этой сцене, но я вижу в другом чате.
Ну, вообще, конечно, это сейчас не очень удачно было. Слишком я погнался за тем, чтобы их отбить. И просрал все здоровье. Джек Оул зовут босса. Там написано, когда я вот я к нему попадаю, написано крупными буквами. Поп-фильтр дарат. Танкс гоис фаста. Но с шариками, потому что я шариками отбивал череп, а теперь, в принципе, можно и в него стрелять. Но они отвлекают в какой-то степени, но хотя бы иногда можно. Ох ты ж, почти что две замочил. Привет, Тераон. Да ну не пошло, ну не пошло. По-моему, одну не выпустил. Или даже две. Значит, он себе 10% восстановит, да? Не восстановит. Ну, если не хочешь, чтобы... То есть, если ты хочешь, чтобы тебя шипы ваншотали, включай Думит мод. Ну, из К2 ТВ, да много кого, в принципе. Я думаю, что скорее всего все, кто смотрит с плеера Good Game, это скорее всего все за Скадвача. Вряд ли кто-то именно с Good Game ко мне зашел. Ну, вряд, ну как бы есть, конечно, вероятность, но я думаю, вряд ли. Ну, Боша как Боша. Чуть обычный самый Боша. Товарищ. Да ну лол, ну... Да, но есть плеер Твича, но на Твиче есть и кто просто именно на Твич ко мне заходит, а на Good Game, говорю, ну вряд ли. Скорее всего, таких нет. По крайней мере, в чате никто не пишет. Я знаю уже теперь, уже запомнил, как анимация выглядит, но не всегда мозг успевает сообразить.
По идее, все отбил. Ну да, все-таки, значит, не важно, куда отбивать, ну, уже хорошо. Нормально. Есть. Есть. А, ну лол. Я что-то вообще не заметил. По крайней мере, он не восстановит себе ни хрена. Ну, это абсолютно рекорд. Это я ему сколько? 44% снес. Что зря сбережения в пикоинах держу? Ну, такое. В принципе, весь босс понят, все механики вроде поняты, тайминги в целом выучены. Осталось унизить. Как бы от главной проблемы я избавился, от черепа. Ну, он меня теперь не волнует вообще, как бы. Он ездит, он меня не волнует. Вот эта фаза меня вот она не волнует практически, я на ней очень редко урон получаю. Ну, даже если получаю, ну... Ну, как бы, ну, то есть она не критична совершенно. Намного менее критична, чем если пытаться череп постоянно откидывать от себя. Плюс я не боюсь желтой фигни сверху. Так что, как бы... Все-таки это намного выгоднее, чем пытаться череп постоянно отбивать и еще в желтую не прыгать. И вроде бы удается отбивать эти штуки, ну, не без урона, но... Как бы, да... Так что... Ну, блин, сейчас не вышло. Ну, пофигу. Все равно главное, чтобы он себе... То есть главное сейчас, в принципе, чтобы он не восстанавливал себе. А остальное это такое... Наживное. Ну... Да, все-таки бывает, получаю урон, конечно, но риск оправдан. Ну не то. Ну, ну лол. Это нечестно. Это нечестно. Пипец. Сколько он себе восстановил сразу? 10%, 15%? А, одна улетела, ну одна улетела. Ну ладно.
Зря, видел же, что там я не успею. Ну ладно. Ну, такое. Очень тяжело сейчас было размикрить. Это в целом на боссе. И таймер там тоже в целом на боссе, именно слева, который левый. Я не отбил ее. А, ну ладно. Да, так и думал, что-то я рано, лол. О, прям в пасть. Да о, ну. Чётенько, чётенько. Отбил, кстати. А могло сейчас опять повториться. Да лол, я что думал, что закончилось уже. Так я пробовал, Гоги, очень сложно. Пробовал. Дальних я даже не пытался, на самом деле. Я не знаю, откуда ты это взял. Я дальних даже не... Я просто дальний отбиваю именно из-за того, чтобы он мне не мешал. То есть дальний, чтобы не мешал мне отбить. А не из-за того, что я пытаюсь его там что-то... Видишь? Ну, вот первый раз смог, но до этого мне тайминг не выходил вообще. Как бы... Не пошло. Не пошло. Отлично. Да, я пробовал другое оружие, и именно это мне больше всего нравится в данном боссе. Привет, Инферно. Как бы именно, когда я понял, что мне нужно эти камни, как вы говорите, уничтожать, я понял, что это оружие самое лучшее в данной ситуации. Фаза не восстановления. Ну. Ой. Ух, не задел вроде. Что-то, блин. Ну это не восстановление, отлично.
Ну этот босс явно приятнее, чем Азурил, ну явно. У меня нет никакой дизморали на нем, у меня нет никакой безысходности на нем, ничего. Просто, ну да, просто сейчас подучу там, подмикрю, но... как бы вот там было просто полная жесть, мне так хотелось дропнуть эту срань. А здесь нет, нормальный босс. Вполне. Даже тактики совершенно различные могут быть. Можно желтый пытаться не накапливать, можно забить на желтую, но зато убивать камни там. Причем, если желтую стараться не накапливать, можно вообще забить на камни, например. Ну, то есть, как бы, вполне неплохой босс. Погромче игру? До меня просили потише игру сделать. Ну вот я сделал погромче. Просто ты Азурил, наверное, не сначала видел. Ну и, к тому же, потому что Азурил в начале легко сносить наоборот. Там в начале как бы легко ей урон нанести, да, а потом начинается жесть. А тут как бы, ну, либо равномерно, либо жесть еще не началась. Ну, скорее всего, наверное, жесть еще не началась. А, смысл, короче, смысла нет. Надо просто правильно микрить эти камни, понимать, что он сейчас кинет колья. И то есть просто стоять в нужной... Ну не знаю, хоть козюльку лепи, ну честно. Странный набор фаз сейчас был. Ой, ой. Ну такое, да. Дум-дум, вообще. Ой, не отбил одну, ой, не отбил одну. Да, я не заметил, а где кривая анимация? Ну, блин, ну, посмотри внимательнее, что за индикатор желтый? Ну, уже столько сидишь вроде. Когда он заполняется, начинается фаза портала, которая может быть фазой восстановления, а может быть не восстановления, если смотря убил ли я камни или нет. Вот эти вот. Как я ему хорошо попал-то, а? Thank you.
Ну, короче, когда заполняется, то начинается фаза восстановления, если камни не были откинуты. А если камни были откинуты, то просто портальная фаза. Вот эти вот камни. Которые на самом деле не камни, но чат решил камни, значит камни. А заполняется желтая полоска из-за того, что я задеваю череп, либо задеваю верхнюю, вон желтую там наверху. Вот этот вот череп. Я могу этот череп подталкивать, но это очень сильно отвлекает. Поэтому я избрал тактику забить на желтое, пусть заполняется. Главное, короче, отталкивать камни. Ну и все, и переживать вот эту вот портальную фазу, в которой он не восстанавливает себе здоровье, так как я камни, ну, отбиваю в большинстве случаев. Ну, когда не отбивает, тогда восстанавливает. Но как бы стараюсь этого не допускать. Да лол, ну задел, ну какого? А я думал, я же умер, если честно. Я не успеваю следить за его анимацией. Вот это вот, когда он дует. Нифига себе, я сейчас не получил урон. Хэй-хитбокса. Нет, вот одна улетела, одна улетела. Значит, он себе восстановит чуть-чуть. Не восстановит. Нет никакой Эльзорга, привет. Никакой пользы от компаньона. Но он как бы плюс мораль дает, потому что он говорит, it's party time. Ну, я, ну, очень много уже, конечно, здоровья потратил себе. А ему чуть-чуть совсем. Нифига себе, он прозрачный, что ли, пока эта фаза идет? Да ладно. Ну-ну-ну, отбей! Не отбил. А, мне почему-то показалось, что анимация, что он поверху пустит.
Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отбил вроде. Нет, не отбил. Да, теперь по... Блин, я путаю, когда он поверху, когда понизу. Ну чё за фигня? Да? Прикольно. Это понизу, да. А, он как бы вроде сильнее отклоняется, да, когда понизу, ну что-то я путаю все равно. Как бы одно дело, когда ты просто сравниваешь, а другое дело, когда посреди экшона это все происходит, как бы все-таки немножко другое. Да еще не... Об колонны умер. Ну, инферно. Ну, не знаю, как-то я не замечаю пока. Ну тут явно один спрайт, как бы. Ну, мне так кажется. Ну, вряд ли я делал несколько спрайтов с Элгрин. Отбил. Да ну хотел прыгнуть, но уже поздно было.
Да куда ты столько урона получаешь-то? Ну, лол. Ну, в принципе, все равно неплохая попытка. Почти повторил свой рекорд. А, ну куда ты тут-то урон получаешь? Ну это вообще не серьезно. Задел. Да, он прозрачный во время этой фазы, кстати. Типа портал его защищает, да? Не-не-не-не-не-не-не, а не отбил одну. А-а-а. Вот он не очень. Ну лол, ну. Как же вот это вот совпадение от этих фаз, оно вообще такое не очень. В целом пока все равно норм. Тьфу ты, вот это я вообще опять не заметил. А, сейчас опять... Не знаю, что там я отбил, не отбил, короче. Блин, ну куда ты? Хорош. Все отбил. Че, 55. Еще чуть-чуть и узнаем, есть ли у него фаза ярости. Обычно она начинается у боссов, когда у них 4 хп остается. Ну, то есть 40%. Там меньше. 40 и меньше. А я ему 45 оставил. Ну, скоро это, конечно, если будут такие еще попытки. Ну, я надеюсь, что... Даже что-то не хочу. Ну, не пошло сразу, не пошло. Но большинство знает, но я просил никого не спойлерить. И пока никто это не нарушал. Просьбу. Точно выполнял, точнее.
Ну, в целом уже все атаки практически заучены, да? Вот только бы не попадаться бы на его еще тут вот дурацкий... Ну, вы знаете, что? И вообще было бы ништяк. А, ну, здравия, блин, 25. Или 20... Вот это, вот это вот. Ну, не заметил я опять. Ну, кто же, кто не знает, тот узнает, и я узнаю. Вот это сейчас я заметил. А-а-а. Но хоу. Это вафля какая-то вообще была. Отлично, мимо очередь пустил. Как это я задел? Ну как я это мог задеть? Ну, уже стоял, все на месте. Просто взял и задел. Тут, ну лол. Пока я не научусь нормально распознавать вот эти вот черные волны. Это все трэш. Но почему я думал, что он вниз сделает? Я думал, что он вниз сделает. Да лол, задел опять эту фигню. Нет, нет, только не засасывай их. Все. Отлично. Чё за, ну, лол, ну как я не попал, ну... Это, блин, так, вот из-за таких ошибок это вообще полный фейл. Ну, такого не должно быть. О, блин, это, ну, это вот просто криворукость моя. Просто криворукость, не знаю. Ну, то есть, как бы, абсолютно... что я уже заучил, как бы, да, и
где надо просто правильные кнопки нажать, все. И фейл. Ну и пропустил еще хавчик. Понятно. Кто-то едет сюда, кто-то ходит туда. Задал стрим здесь, поэтому я останусь тут. Привет, Тор. Да, вот, Wings of V, да прохожу. Это была хрень полная. Что это было? Я спамил по кнопке, я хэзэ. Так, ну... Вот нормально же могу закинуть. Почему иногда какая-то хрень выходит? И нормально от этих полев могу идти. Ну, это вот уже какая-то хрень. Ну, хотя бы воткнул. Вот этого я опять не смог предвидеть. Ну, не смог. Я не. Ну не могу, что-то я это. Как он бесит этим порталом как раз в момент, когда летят камни эти. Титры пойдут. А почему именно меня бы затроллили? Да не знаю, фаспапе, но это не имеет значения, на это точно не буду смотреть. Привет, Чонси. Ну, успехи оставил 45% боссу один раз. Титры это не спойлер, Тор. Ну чё начинаешь-то? Нет, ну если титры такие, что там показывают какие-то заставочки, ну, которые как бы как концовка еще, да? Ну, то понятно, что это спойлер. Но если титры просто на черном экране, там, грубо говоря, то как бы это вообще не спойлер.
хрен. Ну... Где эта хрень? А почему? Я же ее не отбил. Где она? Или я ее отбил все-таки? Ну, что-то странное. Вроде не отбил. А нету. А, не, ну прикольная, да, шутка нормальная, которая, как бы, я не спорю, но просто... Ну, потому что Инферно, он очень сильно отвлекает, и я в итоге, как бы, пересмотрев различные тактики, понял, что лучше на него забить. Если что, он урон не наносит, он только желтое пополняет. И, как бы, то есть, в итоге я решил для себя, что мне лучше забить на него. Главное вот эти вот убирать, и все. Остальное фигня. Что такое? Ну... Блин, он взял, опять засосал эти штуки, ну... Нет, у меня как раз с пылесосом проблем почти нет никаких. А вот постоянно отгонять череп — огромные проблемы. Я из-за этого не мог ему даже 30 хп снести. А когда стал по этой строте, я ему снес 55 в лучшей попытке. И несколько раз носил там еще там тоже много, ну короче... Это лучшая острота для меня. Как бы лучше плюс одна атака, чем другая атака, которая во время, ну, других атак. Ну, блин, вы поняли, эту тавтологию такая получилась, но я думаю, понятно, да? То есть череп, он во время других атак, а эта атака, она обособленная. Это намного лучше. Блин, ну сейчас хрень получилась. Ну просто как бы это я кораблю, но тем не менее тактика нормальная. И где у меня с ней ощутимые проблемы с этой атакой? Я на ней урон довольно редко получаю. Ну, как бы, говорю, вполне риск оправдан. Ну вот это только хрень, я не уничтожил, это очень-очень плохо, ну пофиг.
Да, втыкать надо, да, засаживать прям глубоко. Ну, понимаешь, как бы я просто об этом совсем не думаю, я в него урон там вливаю, пока он ничего не делает. Ну, как бы, не знаю, я в этом не вижу проблемы. Но видишь, вот когда он попадает случайно под раздачу, то отгоняется. Ну, типа, как-то так. Как бы я просто на него полностью забил, как бы совсем о нем не думаю, и это лучше. Как бы, ну. Он урона не наносит сам по себе. Только желтую наполняет. То есть в итоге, если как бы всегда вот эти камни отбивать, да, и на портале проходить без урона, а там вполне можно каждый портал проходить без урона, то это вообще абсолютно не имеет значения, вот этот череп никакого. На него даже не нужно-то как бы тратить никаких сил. Ну и где вот у меня проблемы с этой атакой? Да, бывает зажимать иногда, но все-таки чаще без урона ее прохожу. Но Тор, потому что я еще Fallout 2 даже не видел, 3, New Vegas не видел, и к тому же у меня его даже нет в Стиме, ну раз уж так уж говорить, если. Но даже если был бы в Стиме, то я второй еще даже не видел Fallout, так что причем тут четвертый? А что я задел, я не понял немного. Ну, Defender, ага, поиграешь в четвертый, да, с графоном, а потом садишься во второй, в котором геймплей такой довольно топорненький, да, но, по крайней мере, для человека, который не играл там в детстве или когда там, да, то как бы возвращаться к такому тяжело. А если ты изначально с такого начинаешь и потом переходишь к графону, то как-то проще все-таки. Ну, к тому же, даже у тебя же на стриме Defender кто-то сказал, что там все-таки в истории вселенной есть какие-то общие события, которые как-то связаны, да? Ну, как бы, ну зачем? Я не настолько, то есть, не то, что не настолько, я вообще не фанат этой игры, да? Но чтобы как-то там бежать, проходить четвертую часть, тем более еще и пиратку, что ли, ну, у меня же нету стимовской. Инферно, он регенит во время пылесоса только тогда, когда я не отобью камни. Так, Дефендер, Фабино будет проходить первую и вторую часть, у него же вроде она в реквестах там. Пройдет первую и вторую часть? Я, ну, первую я как бы, в принципе, видел, да? На Ютубе давно. Вот, вторую посмотрю на стриме, а третью, может, потом сам пройду, но, скорее всего, не на стрим, но ну, не знаю, вряд ли. Как бы все-таки у меня на стрим не зайдет такое. Нет, Индивис, вряд ли. У меня нет такого. Я с финалок начал с первых, да, но при этом мне десятая очень понравилась тоже. Нет, камни намного проще, потому что там, в принципе, главное колья затащить и все, как бы. Я же специально себе оружие поставил такое, которое не отвлекает.
Я думал, Блэдор попадет. Единственное, что когда он делает вот эти камни вместе с большими кольями, которые с земли вытыкаются, то это, да, непривычно, я не успеваю на такое среагировать. А когда вот он кидает, то там главное точку правильную занять просто. Ну вот он сейчас фигню сделал. Вот иногда бывает вот такое, что он выпускает камни, и как раз после этого портал. Тогда он их сразу засасывает и восстанавливает себе кучу здоровья. Вот это вот как бы самый косяк, да. Но все-таки это случается не очень часто. Ну, короче, можно нарандомить. Ну, одну упустил. И когда я разговариваю, вообще концентрации почти нету. Ну вы видите, какой. Когда последний раз я матратил больше там 20%. Да чонцы, нельзя, очень сложно. Я один раз получилось, но очень какой-то сложный тайминг. Надо 100 лет его заучивать. Ты просто не сначала стрима сидишь. Я уже все пытался. Я уже изучил босса, можно сказать. Поэтому я всякие методы и способы попробовал. Осталось только не крабить. Здесь время не идет, Чонсу. Здесь нет. Ну, в смысле, оно как бы идет, но оно не имеет никакого значения. То есть этот таймер, он просто идет в бесконечности, все. Как-то ни на что не влияет. Кого волнует мое реальное время? Ну и чё, я не буду тактику менять. По крайней мере, если не вскроется что-то новое, реально.
Так а какая разница? У меня определенное время на стрим отведено, да? И как бы... Какая разница, я вот как потрачу, да, грубо говоря. Он задолбал их засасывать моментально. Да я не понимаю, когда он вниз это делает. Блин, самая дурацкая атака вот это. Не могу я на ходу почему-то распознавать. Отличить верхнюю от нижнего. Вот когда буду меньше коле задевать, и вот не будет, когда вот так вот делать, вот тогда пройду. Я не понимаю, что значит смотрит вниз. Ну как бы, то есть я вижу разницу, но я не могу это сообразить на ходу. Я вижу разницу, но я не могу на ходу сообразить почему-то. Ну сейчас вот вверх, да. Иногда могу, иногда нет. А иногда вообще даже не замечаю, что он вообще делает какую-то анимацию. То есть иногда я как бы, то есть даже не гадаю вверх или вниз, я просто не замечаю, что он вообще что-то собирается сделать. Когда я уворачиваюсь от другой атаки, он там делает анимацию, я на него не смотрю. Ну как-то надо это исправлять, но пока не выходит. Да ладно, я еще мало на этом боссе сижу, как бы. Вот так говорите, как будто я уже должен был его пройти к этому моменту. Какой слайд? Сейчас просто был случайный прыжок. Так, ну, инферно, ну... Такой простой зазубрить. Я знаю, что они не рандомные падают, а в конкретной точке. Но не всегда, когда все трясется, когда ты стреляешь по этим камешкам, не всегда ты точно можешь встать, как бы... Я козюльки на экран не лепил себе, чтобы точно попасть. Ну, блин, я же все понимаю, но я просто кораблю. Че вы не... Дайте мне покрабить нормально. Че за стадия масла? Ну вот, ну это было глупо. Два раза об один и тот же этот получил урон.
На самом деле сейчас я неплохо ему урона нанес, но что-то себе тоже не оставил. Фиг с ним, лучше урон не буду получать. Но там было слишком опасно микрить. У меня здоровья тоже нет. Увидел! А-а-а! Ну я увидел его, эту фигню, что он вниз посмотрел. Да, здесь тут все несложно, изи босс, а я просто краблю. Ну, причем я даже сейчас говорю это без иронии, как бы, я реально краблю, я это вижу, да, ну, сейчас привыкну, как бы, пойдет потихоньку. Вот сейчас тут урон зачем получил, просто получил, потому что получил. Ага, увидел, но поздно. Увидел, но поздно. Самое главное, что он намного проще, чем предыдущий босс. Азурил, которая. По крайней мере, морально проще. Задел. Блин, не сбил что ли? Ну лол. Ну что это? Сейчас ему прилетит здоровье. А, или не прилетело, я ее сбил, да, все-таки? Ну, прям сейчас. В процессе.
А, опять я не увидел. Насадил на кол меня. Нельзя было скидывать в лаву? Ни хрена себе. Что-то жесть. Вот это Сол Грин там жесть сделал какую-то. Давно не было вроде патча Инферно. Не помню когда. Сейчас патч... 11 патчей вышло. Сейчас версия 1.11. Ну как бы... Ну вроде последний патч вроде вышел... Не помню, ну несколько месяцев, наверное, назад. Не, я в декабре был только, наверное, на боссе третьем. Задел таки. Инферно долгий, это если еще не понимать, что в него эти камни можно откидывать. Если бы мне не сказали, я бы так и не откидывал, скорее всего. Я бы это... До сих пор его бил бы шариками. Вот это было бы долго. Как это? У меня же не было босса Суприма. Так что как это нельзя понять, что это спойлер? В игре, говоришь, что-то улучшили и слово, которое я не знаю, да, допустим?
как бы вообще-то изобрели слэш-дабл ее команду на Твиче, но кому наплевать, тот, конечно, будет писать в открытую. Диснея? Почему Диснея? Да ладно, ну блин. Ну блин, одну упустил. Зачем я туда пошел? Знал же, что если я стою с этой стороны, то там хрен попадешь по ней. Возможно, но очень тяжело уже. Ну я пропустил еще две, уже бесполезно было. Восстановил себе, блин, до хрена. Не помню, чтобы в мультиках кого-то убивали, Инферно. В мультиках там
Чего угодно можно сделать с персонажем, он все равно будет живой. Ну хорош, ну тайминги. Блин, зачем прыгнуть? Взял, восстановил себе. Я пропустил, что ли? Что-то я даже не заметил, что я там пропустил одну. Я вообще про смену оружия не, ну, не догадался. Это как бы мне в чатике подсказали, что можно найти какое-то, оказывается, оружие в этой игре.
Так видишь, по факту ничего не нашел. Задел. Иногда не понимаю ее хитбоксы. Да ладно, ну что-то, блин, подлагнул странно как-то. Чуток. Ну все, ну он бы сейчас засосал бы эти две штуки, и капец. Смысла вообще нету. Ничего нового, Game Story. Что ж ты не попадаешь-то? Ну это рекорд, сколько я без урона снес. А, опять я не заметил это, срань. Но все равно это пока хорошо очень. Не сбил одну. От черт. Ну, он сколько себя там восстановил? Опять он затравил меня, вот ведь. Рандом такой рандом.
Опять я упустил одно. Ну куда? Вот он не очень. Да ладно, ну ты прикалываешься, что ли? Я не понял, ну... Да, Алекс Серферов половину снимал. ППЦ пот. Ты же вроде ушел. Ну, по крайней мере, обнадеживающий результат. Надо просто так же стабильно эти колья добивать. И не попадать в другие колья, которые, ну, другие летят. Пусть даже не в голову, но хотя бы отбивать. Конечно, желательно в голову. Вот такое. Ну, в принципе, главное мало урона получать. А остальное тут можно хоть час выживать, на самом деле. Вот только не затраливаться вот этой атакой, на которой я погиб. И все, и можно хоть час, по-моему, жить тут. Отбил я ее. Ну вот это сейчас фигню какую-то я сделал. Ну, в принципе, хотя бы в глаз попал. Ну как я об нее урон получаю? Ну. Это бесит, эта фигня. Я заметил эту атаку.
Я заметил ее второй раз. Какой пот. И третий раз. Ой. Я не понял, он, я думал, это он от боли сделал, а он это, оказывается, верхнюю фигню запустил. Вот говнюк-то. Да ну... Ну... Затравил таки. Не знаю, вообще пофиг на пылесос. Вообще пофиг на пылесос. Ну, не, не хочу, не пошел. Пофигу. Ну такое, ну что-то, ну вот как-то вот все, надо было побеждать. В те разы. Заметил. Чё, ты чё пинаешься? Ну, сейчас явно не лучшая попытка, но тем не менее. Кто его знает?
пропустил. Кадину эту пропустил одну. А, поверху, ну... Не распознали. Ой, сейчас две засосет, да? Ой, все, ничего не засосет. Спасибо, Тор, за поддержку. Сейчас я смотивируюсь. Изи босс, короче, за час пройдем. Да я... Теперь я обратно стал путать. Лол. Ну такое что-то. То были две просто удачные попытки. Повезло, видимо. Не, ну хотя как бы он половину, я ему, в принципе, уже без проблем, да, снимаю в целом. Но... Половина это не все. Я путаю, ну теперь я наоборот путаю, ну... Ну лол, ну он лалка, ну... Тролль, тролляка. Ну, должен без урона ему, короче, половину оставшуюся снять. Ну, такое. Обидно будет, если у него мало останется и умереть опять. На, задел, 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 задел. Я использовал стандартную большую часть игры. Дима Прайд. Я до второго пришествия Миёги я использовал стандартную атаку. У меня других тупо не было. Я проходил тех боссов.
Надо вначале, надо половину тратить, короче, практически без урона. Нахрен глупый урон получать в самом начале. Надо вначале стараться точно так же, как и в конце. А я вначале как-то, ну, не знаю, вафля, а потом стараюсь, пипец. Ну охренительно. Ну и он себе восстановился. Ну ладно, я пока без урона, значит рестартить нет смысла. Ну... Пропустил. Значит, он сейчас себе восстановит полностью. Нет, я ее убил. Он не восстановил себя. Но у него там, блин, потрачен это лол. Такой-то успех. Ну что, что, ну куда? Ну прям все за раз влил. Просто за раз мне все снял, считайте. Самая неудачная попытка за последнее время. Ну блин, Сал Грин и продуманность игры. Нормально пока. Ну-ну-ну-ну-ну, не заспамил одну, но можно в полете еще успеть. Ой, что сейчас произошло? Какую-то фигню сейчас сделал. Ну, хоть так. Оп. Убил, да, вроде бы ее? Не восстановил ничего.
последний момент понял, что он хочет сделать. Блин, одно я пропустил, что ли? Что-то я даже этого не заметил, не готов был. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, как это было опаснее. Нет, урон получил. Да куда ты себе столько восстанавливаешь? Ну так все нормально же. Ну чё за жесть? Бомбит. Опять он эту хрень сделал свою дурацкую. Ну, по сути, на ангел моде я бы его уже убил бы без урона. Блин, как-то я вот не уверен, я не понял, то ли все-таки я прав, то ли нет, что надо прыгать, и в итоге залажал. Блин, аметист там, ну ты когда там, я ослабил его достаточно, нет? Че прям, надо прям полностью что ли ослабить? Че, блин? Совсем какая-то слабая. Ну, конечно, я ее покалечил в бою там нормально так, когда она боссом была. Ну, короче, начали за здравие, как обычно, блин. Я бы в сумме, наверное, 150% урона нанес. Генлаш еще раз. За 53 часа дошел до 5 уровня, неплохо. Поздравляю.
Я, кстати, по-прежнему зачем-то играю на стике. Ну, уже как пошло, так пошло, ладно. Ой-ой-ой-ой-ой, это было неловко. Ну, ладно, хрен с ним. Ну блин, если бы не та дурацкая восстановилка, которая вот ему восстановила процентов 40, наверное, здоровья, уже бы он бы лежал. Ага, одну упустил, я заметил. Вот. А, по-моему, она вошла, да? То есть она восстановила ему. Ну ладно, пока в мою пользу расклад все равно. Неудачно, но лучше, чем ничего. Ну, пропустил опять одну. Ну как же это плохо. Сейчас она полетит. Убил. А, еще? Куда? Откуда две? Откуда там две-то взялось? Офигеть, какой босс классный. Вот это я пропустил, да. Сейчас я это увидел, да. Одна была. Да лол! Вот это сейчас вообще какая-то шняга была. Да куда две-то? Да ну хорош. Пипец пот. Да ну. Он издевается. Или я издеваюсь сам над собой. Жалких 30 здоровья, ну, 30%. Отбил все. Двадцать, даже меньше 20.
Да не знаю, я сам себя затравливаю. Что-то они как-то очень стрёмно выросли, неравномерно, вы заметили? Не, ну, как-то они обычно быстрее вырастают, а тут как-то мне аж с задержкой пришлось их. Все отбил. Нет, походу не пропустил. Good game, не мешай. Отбил. Туда, да, заметил, но уже все, поздно было. Что за... Живой! А-а-а, еще живой! Аметист, твой выход! А, у тебя... типа, не знаю, у него нет идеи, что с этим делать. А, у тебя нет идеи, говоришь, что с этим делать, ангел. Портал работает, Виджи, Хоул ослаблен. Это наш шанс. Готовы, девочки? Готовы. Позитив? А, ну типа, да. Ви, оставайся позади нас. Давай покончим с этим раз и навсегда.
А Боша, главное, Боша, чтобы помог. Так причем ему не надо было до конца здоровья тратить. У него, видели, там осталось? Лол. Подготовься. Подготовь свой, не знаю, пукан. Давай посмотрим мою истинную силу. Что это? Как я и боялась, Джо Холл Суприм... ну какая-то Суприм форма перед нами. К сожалению, легенды правдивые. Нет ничего более сильного, ничего более страшного, наверное. Арагант что-то, как он? Ну, короче, не знаю, вы поняли. Мы должны сразиться с ним. Я специализируюсь на защитной магии. Его какие-то там возможности... Чё? Devastation, what I believe... Ну, короче, типа она сможет защищать, так понял именно. Ничего этого, то, что может причинить ущерб, могу, то есть, типа, какой-то щит наложить. Или что-то такое, ну, если я правильно понял. Последний раз, когда мы сражались, он был в ауре какой-то яда, что? Которая убьет любого, кто вокруг него. Медленно, но верно. Я буду использовать свои лечебные способности и как антидот, чтобы дать больше времени к битве. Ира может только защищать Солмейни. И нам нужно... Нужен один, чтобы сразиться с Чехоулом. Ну, типа, непосредственно, я так понял. Ви, я надеюсь, ты... ты лучший кандидат. Мы можем продолжать поддержку, тебя поддерживать в щите Иры, пока наша магия, не повреждена, да? Как мы сражаемся, что? Конжур. Что-то какие-то ледяные ловушки будет, походу, ставить. Типа, не даст немного времени, чтобы... Что-то там, я не понял. Let's go. Я надеюсь, сейф был, да? Сейчас, подождите, я хочу убедиться, что... Мне дали сейф, потом я чат прочитаю и все остальное. Ну, я думаю, вообще после боссов, по-моему, тут автосейф. Но мне неспокойно, пока я не возьму сейф. Ви, я нашла это перо перед тем, как телепортировалась сюда. Какой-то Staff of Purity. Fire Pulse Orbs? Какие-то новые эти шарики дали, что ли? Надеюсь, ты готова, Ви. Фух, побежден Джо Холл, первая форма. И вот теперь, на самом деле, я знал то, что у него две формы, я в ачивках себе заспойлерил. Ну вот, поэтому вот это теперь реально последний босс будет сейчас игры. Привет, Савогир, я эту игру прохожу год. На следующей неделе будет ровно год, как я ее впервые запустил. Давай заново. Все пропустили. Привет, Энджел. Ну, короче... Не будет сейчас босса. Я пойду обедать. Я даже вам его не покажу. Все, я засейвился, как бы. И все. А интрига сохранится на следующий стрим. Ну, потому что я уже и так сколько сейчас стримил, получается. 3.5 часа, а в Wings of Speed очень много. Так что...
Ну, вы можете в хайлайт я сделаю. Можете посмотреть убийство. Вот, так что всем пока. И но я думаю, что нет. Сегодня, наверное, я не буду его бить. Привет, Вайтигр, и пока. Но, скорее всего, будет в субботу, наверное. Скорее всего, в субботу будет стрим. Не знаю точно. Может, завтра. Я просто не знаю, завтра я работаю или нет. Но посмотрим, короче. Ну, потому что я стримил вместо обеда. Да, я убил босса. Все, всем пока и увидимся.